И так мало дизлайков, и очень много комментариев со схожими вопросами, самп-ньюсов, в которых я зачитывал новости с самп-ворлда. И в данном случае я бы хотел немного расшифровать то, что там написано, потому что, и вообще, то есть, ну, скорее всего, вот скорость всей этой загрузки, вы, когда опять-таки вернетесь в этот самый Arizona Mobile Launcher, продолжите скачивать, либо же я там где-то работаю, но тем не менее, машина меня вот эта вот вся... Во-первых, нам для того, чтобы понять вообще, что было исправлено, потому что... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Вы меня в последнее время просто удивляете. В предыдущем ролике на схожую тематику я сказал, что если мы наберем там, знаете, какое-то определенное количество лайков, по-моему, это было то ли 100, то ли 150, то ли 200, то ли 500, то ли 1000, это абсолютно точно не важно, потому что я вообще рассчитывал, знаете ли, на 40 лайков, на 50, как это обычно бывает, но вот под тем видеороликом вы набрали более 150 лайков. И понимаете, в чем дело? Не то, чтобы я там, знаете, чу на эти лайки или вообще, то есть, нечто подобное, разумеется, твое какое-то самолюбие повышается, когда ты видишь очень много лайков и так мало дизлайков, и очень много комментариев со схожими вопросами, со схожими проблемами, которые все пишут, мол, когда, что будет-то вообще, ну вот что вообще, ну объясни, когда, что пофиксят. И в том видеоролике я сказал, что если мы наберем много лайков, то я буду выпускать Arizona дайджесты прям вот, знаете, на каждую строчку, на каждое предложение, на каждую какую-то, знаете ли, букву в фиксах Arizona Mobile, потому что, ну вот, лично мне это просто интересно, удовольствие, да и люди постоянно будут в курсе последних событий, потому что, ну вот, мои подписчики на канале, они практически догоняют подписчиков в группе Arizona Mobile, вот мастерская Arizona Mobile, мастерская Arizona Games, а я хочу стать таким, знаете, официальным лицом мастерской Arizona Mobile, который рассказывает вам обо всех вот этих вот фишках, функциях, поэтому подписывайтесь, и давайте уже обгоним всю эту группу, чтобы у меня подписчиков было больше, а у них подписчиков было меньше, и чтобы в целом все было замечательно, круто, ну и вы знаете, что я хочу дальше сказать, я это говорить, разумеется, не буду. Все дело в том, что не так давно, ну вернее, ну вот как не так давно, люди, когда вот начали играть на Arizona Mobile, они столкнулись с большим количеством багов, там, знаете, и нету кнопки сесть на пассажирское сиденье, и там какой-то баг с FPS-ами, там что-то вот, я не знаю, падает, не падает, какая-то вообще там залупа происходит со всем вот этим вот, со всеми вот этими вот вещами, и вообще непонятно, как все это происходит, и там потом, я не знаю, и с грушей, там вот это вот квест с грушей, где надо бить грушу, чтобы там выполнить все эти квесты, чтобы потом тебе дали там много всяких разнообразных привилегий. И вот все постоянно, все вот пишут про вот это вот постоянно, и Arizona Mobile выкатила новый багафикс, новый багаюз, новые там вот эти вот все гличи, фиксы, переходы, там, я не знаю, вот эти вот все прочие теги я вам тут наговорю, чтобы вы такие типа, ебать, что же они там такое выпустили? А я вам и скажу. Понимаете ли, в чем дело? Пофиксили они немного лаунчер, и сделали они там следующее. Исправлены ошибки кэширования CDN. Перезапустите лаунчер для того, чтобы обновление вступило в силу. И это как бы все. И вы можете мне сказать, вот Данил, ну вот ZDC, Zdan Семен, Zdan Семен на английском, Семен, возможно, и так далее. Ты серьезно? Ты сделал вот этот вот видеоролик из-за одной строчки вот в фиксе лаунчера? Ты это серьезно или как? Понимаете ли, в чем дело? Это мой первый раз. Это мое первое видео, это мой первый такой, знаете ли, дайджест. До этого у меня выходили самп-ньюсы, в которых я зачитывал новости с самп-ворлда, и всем это вроде как нравилось. Все такие типа, о, блин, круто, продолжай дальше, продолжай стараться, пожалуйста, нам всем вот важны все эти новости самп-ворлда, пожалуйста, делай их вот дальше, чтобы у нас все было круто, чтобы у нас все было замечательно, чтобы мы вообще были в курсе всех этих событий. И понимаете ли, в чем дело? Вот первый ролик по вот какой-то определенной рубрике, он всегда должен быть плохой, он всегда даже не плохой, он всегда должен быть хуёвый, чтобы люди такие типа, пиздец, не, ну если он так плохо сделал в первый раз, когда нужно создать первое какое-то впечатление насчет всей этой рубрики, то что же он будет делать дальше? И человек такой думает, а подпишусь-ка я, чтобы этого дебила смотреть и дальше. Что он сделает-то во второй раз, когда там Arizona Mobile еще нечто подобное пофиксит? Вот, это как бы мой хитрый план, поэтому подписывайтесь, в следующих выпусках будет еще хуже, еще хуевее, и вам вообще все это не понравится, поэтому, ну, вы сами должны все это, все уже давно понимают, поэтому, ну, давайте обойдемся просто без этого. И в данном случае я бы хотел немного расшифровать то, что там написано, потому что многие люди, которые играют на Arizona Mobile, они, ну, не особо
вот так, знаете, хотят что-то гуглить, им проще посмотреть видеоролик на ютубе, чтобы понять вообще, что же такое исправлено. Вообще, а часто, когда вот ты пытаешься что-то загрузить, там вот у тебя вылазят какие-то ошибки в этом самом Arizona Mobile, у тебя там вообще доходит до каких-то определенных процентов, у тебя потом все становится опять как-то непонятно, как-то все сбрасывается ни туда, ни сюда. И, в общем-то, исправлены ошибки кэширования CDN. Во-первых, нам для того, чтобы понять вообще, что было исправлено, потому что, ну, мы-то с вами не программисты, мы-то с вами не скриптеры, вот они все это пишут, думая, что мы вот все с вами такие умные, и что мы все с вами вот это вот все поймем. Поэтому давайте загуглим CDN. А CDN — сокращение от Content Delivery Network, то есть сеть доставки контента. Ну, нихуя непонятно, но в целом, наверное, это вот такие сети, это такие, наверное, сервера, на которых расположены как раз-таки все эти файлы, которые мы должны загрузить при помощи вот как раз-таки этого самого CDN. Чаще всего это множество серверов со специализированным ПО, которые ускоряют доставку контента конечному пользователю. Серверы расположены по всему миру, таким образом, чтобы время ответа посетителям сайта было минимальным. Тут у нас, разумеется, не особо сайт, тут у нас, разумеется, такой, знаете, клиент, лаунчер, мультиплеер Arizona Mobile, Arizona Games, и вообще, то есть, ну, скорее всего, вот скорость всей этой загрузки, всего этого кэширования, всей этой отдачи, возможно, пофиксили. Возможно, вот как я себе это представляю, когда вы, допустим, там скачиваете, кэшируете всю эту Arizona Mobile, и вроде как у вас все нормально, но потом вы, допустим, там, я не знаю, сворачиваетесь на 59%, у вас вроде как еще все докачивается, но вот потом вы, допустим, так смахиваете все вот эти вот приложения из многозадачности, и по итогу загрузка у вас прекращается. Так вот, чтобы такого не было, как лично я все это понимаю, но это, опять же, мое мнение, вы можете поделиться, опять-таки, своим мнением в комментариях, как лично я все это понимаю, теперь, если вы свернулись на 59%, то, наверное, вы, когда, опять-таки, вернетесь в этот самый Arizona Mobile Launcher, продолжите скачиваться с 59%, либо там с 60% уже, либо там с 75%, смотря сколько у вас, разумеется, скачалось. Я понимаю все это так, потому что пояснений вот эта вот самая мастерская Arizona Mobile, она их не дает. И, ну, непонятно вообще, что нам-то, что нам, обычным игрокам Arizona RP Mobile, вообще делать. А я вам могу подсказать, что вам можно сделать. Во-первых, вы знаете, что, ну или можете не знать, а что я играю на проекте на сервере Arizona RP Phoenix. Там у меня есть свой никнейм Dante Connor, там у меня есть свой промокод NoToxic54, там у меня есть машина, на которой вот я, возможно, сейчас разъезжаю на геймплее, либо же я там где-то работаю, но тем не менее машина меня вот эта вот вся возит везде. Поэтому вы сами можете понять, что к чему я все это, как бы, ну вы сами можете понять в виду. Поэтому, ну давайте вот обойдемся без всего этого. Однако, ладно, если вам понравился первый выпуск Arizona RP Mobile Roleplay Games RPG сайт Launcher Digest, то, разумеется, ставьте лайки, 150 лайков под этим видеороликом, и я уверен, что Грушу или там, я не знаю, Артура Карликова Рамитина или каких-то прочих людей, их, возможно, пофиксят на Arizona Mobile RP. Подписывайтесь на мой канал, либо отписывайтесь от моего канала, либо там ставьте лайки, либо поставьте, допустим, дизлайки, чтобы все было круто. Вот, до свидания, всем увидимся тут же завтра в 20:00, либо немного попозже. Вот, до свидания всем.